Блин, ну прости, может быть, просто в других клубах здесь по-другому происходит. Но поверь, если найдешь, Арин, ты уже не хочешь никуда. Давай складывайся. Желание. Будет много интересного. Ты соревнования уже ездил? Пошли. Занимаешься, молодец. Так, как ты у кого занимаешься? Ты? Складывай. В какой школе? 20-й. У вас есть семья. Арина, спасибо за реально. Просто если как дисциплину брать спортивную, она реально называется спортивная ориентированная призы. Я даже в свое время знал президента. Сложила? Давай. Гимнастика и туризм. Оно друг друга. Ну, даже шахматы, это как гимнастика и ума. Мы сейчас очень быстро приедем, понимаешь? Очень быстро. Знаешь, как бы аварийки у тебя были? Едем. А где? Ксюшки? А, вот же они, Арин. Они? Да. Давай. Ты сама сейчас только что там ползала и ничего не хотела. Пошли. Денис Владимирович, как эти перчатки выглядят? Звонят кому-то. Захар, где мотивация? Захар! Братуль! Ну ты чё, батя-то ждёт, ё-моё. Иду. Идёшь? Ну молодец. Скажи, папа, бегу. Гришань, ты шкаф-то видел, сундук? Какой нам подарили? Прикольно. Для снаряги там. Все, Денис Владимирович, все. Всем здравия, до свидания. Так, если что, завтра созвонимся, да, это получится, тогда это вечером увидимся. Лады. Все, до свидания. Все, Денч, да, доброго. Как учеба, Гришан? Хорошо. Нормалек все? Да. Все получается? Да. Молодец. Не филонишь, не хитришь, не прогуливаешь? Молодец. Родителей не подводи, пожалуйста. Новенький сегодня, да, а это вот с клуба «Примат».
которые, может, слышал такое, были? Слышал. И вот они что-то уже полгода занятий не проводят, и вот застоялись, видать, засиделись, ребятня. Серый, ты Логинова и Холопова записал, да? Да, Серый. Угу. Все, молодец. У нас тоже сосед все, мальчишка хочет прийти. Ну, Гришань, расскажи парню, приведи, посмотри. Ну, никто, знаешь, здесь по голове бить не будет, как бы, он сам не попросит. Да, мне просто, до сих пор немного болит, вот. Если он с родителями, там, например, ты или там батя свой поговорит, если он с родителями придет посмотреть, мы с радостью расскажем. А также не обязательно здесь что-то крутить, можно просто гимнастику делать, можно просто развиваться. Ты тем более там что-нибудь бах, бицух покажешь, скажешь, вот это да, нарастил, поэтому это... А так-то расскажешь, мы только рады будем, если ты своих друзей привлекешь к гимнастике. И их родители рады будут. Ну да. А тем более, может, ты свою команду юношескую создашь. Да. Лично команду. Нет, еще не готов? Да не переживай. Гришка и его команда. О, Гришане и команда. Захаров команду можно взять. Просто группу поддержки. Так, все, парни, да, что, когда, да, 5 минут до завтра? Как карты ляжут, не знаю. Как по учебе, да? Да. Все. Вот. Не, если ты все, уроки сделаешь вечером, я тебе вечером звоню, если уроки у тебя готовы, без проблем. Уроки важно, конечно, не прогуни, не оставляй на потом их. Да потом просто после тренировки он сидит до 10, до 11 там, блин. Сегодня вот Наталья Сергеевна, мама Ивана, рассказывала. Он говорит, приходит просто, бах, вот так вот, уже все, никаких да, сил. Да, 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 и с утра не добудешься, встает и вот это вот. Но знаешь, с другой стороны, тебе как взрослому парню, да, уже понимание, оценки в школе, оно вторичное. Там в школе учатся взаимодействие, коммуникация, общение. А так, ну, конечно, хочешь, чтобы пятерки, четверки были. Блин, ну, если, ну, реально... Бывает такое, что... Ну, не прием, бывает такое. Бывает. Поэтому здесь как-то ну, требовать, хотя... Не, у нас отличник. Молодец, будет. Молодец. Пусть. Красный диплом, золотая медаль, все ну, дела. Ну, до этого понятно, еще далеко все. Но главное, пусть подольше, главное, будет пятерочка. До 11 класса как-то рассчитываешь его учить? Конечно. Сам, да? Молодец. Уже куда-то потом подумал, какое учебное заведение. Компьютерщик? Физик? Ядерщик? Хочет какой-то там, она уже в лицее, ПТЛ, короче. ПТЛ. Физико-технический ПТЛ. Лицей, да, математический, да? Там, математика там 12 раз в неделю. Фига себе. Ну ты что, программистом станешь или кем? Или как-то в разработку там как-то ну, пойдешь? Нет. Скажи, война по программистам, война сейчас, блин, по всему миру. Нравится программист. Нравится программист? Тогда ты программист, а он физики, ядерщики, математики. А кто опыт делать будет? А вы ему будете клиентуру ботинку. Нет, вообще, парень, Захар. Давай, говори. А что у тебя программа? Разберешься. Программирование, это такой момент, парни. Мне говорит, нравится программирование. Но я не могу понять, что это такое. Смотрите, какая штука. Если семья чем-то занимается, то вам лучше вот реально подумать, как, чтобы помогать вот ему. Ну, тем более, такое семейное дело. Это очень хорошо. Но я тебя перебью. Но мы не будем против, если вы найдете конечно. Свой собственный конечно. Путь. Конечно. Давай. Самолеты, вертолеты, программирование. Все, парни, все здравия. Нормалек, все. Сергеевич, давай. Все, давай. Все, родным всем здравия, парни. Все спокойно, родина граница на замке, все, до встречи. Так, что, Сергей Сергеевич, мы как всегда, да? Ну вот смотри, успел же быстро все, да? По записи. А там одного Семена надо было написать, все. Все остальные первый раз. Народу, да, есть. И народу немного, да. Но все равно же годы. Нет, я сегодня, да потому что я проснулся. А, молодец. Пробудился. Пробудился немного. Молодец. Так, сейчас.
Ой, простите, молодчик, все, молодец, благодарю. Деньги возьмешь из этого, из федерального. Ну да, простите, я. Денис говорит, лампочки нормальные вот эти вот, которые Ветров, Серега, принес. Так, сегодня какое число? 17.01.24. Будьте здоровы, до свидания.